Почему вообще возникла, типа, вот идея? Решила, да, что вот Темникова хайпануть? Да, решила. Конечно, но я при этом искренне верю в то, что музыка, ну, она на первом месте. Действительно, ну, все знают, что у нас, ну, как бы, у нас нет никаких взаимоотношений, да, они испорчены просто в хлам. Да. И, но бэкграунд был просто настолько крутой, мы делали столько офигенских вещей вместе. А как ты думаешь, кто сейчас популярнее, ты или она? Я никогда не сравнивала. Ну смотри, ты появляешься на дорожках, нет, я тебя сейчас часто вижу. Дело в том, что у каждого артиста есть свои периоды, я не слежу за тем, что делает она сейчас. Но ты ее и не встречаешь на дорожках, а ты-то есть там. У меня никогда не было соревнования, вопреки тому, что тоже могут говорить, да, если мы про сплетни.